бывает несколько вариантов такого голодания. Вот несколько частых примеров. Первый вариант – это 24 часа без еды. Второй вариант – это голодать практически весь день, но под вечер позволить себе легкую нежирную пищу. Третий вариант – 16 часов не употреблять еду, а остальные 8 часов есть разрешается. Периодическое голодание оптимизирует гормоны и использует жировые запасы в качестве топлива, если придерживаться определенной диеты. Большинство из вас заметит результат. Например, парень, у которого организм вырабатывает 1200 нанограммов тестостерона на децилитр крови, имеет огромное преимущество перед парнем, чей организм способен лишь на 500 нанограмм децилитр, хотя и то, и другое в пределах нормы. Первый наверняка, к тому же, и мезоморф, который весь день может жрать шоколадки и все равно выглядеть как Халк. Периодическое голодание может в 2-3 раза повысить уровень тестостерона. Нельзя на глаз определить повышение тестостерона. Однако, все мы знаем, что когда мы едим, его уровень снижается. Чем меньше приемов пищи ты совершаешь в то 8-часовое окно, тем больше тестостерона будет вырабатываться и оставаться в твоем организме. Чувствительность к инсулину также повышается, и твое тело начинает более эффективно использовать поступающую пищу. Что еще важнее, твое тело начинает интенсивнее сжигать жир, потому что в течение большей части дня ему больше неоткуда черпать энергию. Пока ты голодаешь, тело берет энергию из жировых запасов. И, наконец, придерживаться подобного расписания гораздо легче, чем это постоянное «ешь то, не ешь это». Просто скажи себе, что есть по расписанию легко, особенно когда твой уровень грелина, гормона, заставляющего ощущать голод, подстроится под новое расписание еды. Когда ты снижаешь количество потребляемых калорий, ты, само собой, потеряешь какой-то вес. Однако, твое тело будет реагировать на это, повышая уровень лептина и замедляя метаболизм. Это порочный круг. Это неразумно для людей, которые хотят потерять много веса, потому что они будут снижать уровень потребляемых ими калорий, пока их метаболизм и вовсе не разрушится. Что насчет завтрака? Это же основное. Это миф распространился потому, что если люди не позавтракают, они начинают усиленно жрать в течение дня, чтобы себя вознаградить. В остальном это неправда. На такой диете растут мышцы. Да, периодическое голодание как раз создано для этого. Оно повышает уровень гормона роста, так что ешь хорошенько, чтобы расти. Катаболические процессы начинаются в организме даже позднее, чем через 24 часа. Раньше перерабатывать мышцы в энергию он уж точно не начнет. Это миф, рожденный компаниями, производящими пищевые добавки. Они вынуждают тебя покупать протеиновые коктейли под страхом, что твои мускулы сдуются. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!